Здравствуйте, в эфире «Время новостей МИАС». С обзором событий вас познакомят мои коллеги и я, Валентин Ефимов. Смотрите сегодня в выпуске. Ходить в школу опасно. Пешеходный переход у 20-й школы ведет в тупик. Пропало полгода назад. Спасатели обнаружили мертвую женщину в Кундравинском озере. Как устроен мир, узнали дошколята. Дети защитили научные работы на конкурсе «Изыскатель». В область пришла зима, снег выпал в горнозаводской зоне. Проснувшись 24 числа, жители Златоуста и Миаса обнаружили, что город накрыло снегом. Если в Миасе снега выпало не так много, то вот в соседнем Златоусте его предостаточно. Сугробы у дорог, а на деревьях прямо в черте города пушистые шапки снега. Жители, которые уже успели обрадоваться весне, вновь надевают теплые вещи. 4 года назад, апрель, уже преподнес такой же сюрприз южноуральцам. Напомним, в 2014 году на Южный Урал обрушился снегопад. Было объявлено штормовое предупреждение. В нескольких районах метель оборвала провода, оставив жителей региона без света. Возникли проблемы с движением транспорта. Уже через неделю потеплело и наступила настоящая весна. По прогнозам синоптиков, в этот раз дождь с мокрым снегом будет идти на Южном Урале еще 2 суток. Автомобилистов просят быть внимательнее на дорогах. Переход у школы номер 20 не только неудобный, но и опасный. Жители поселка Строителей бьют тревогу. С одной стороны, переход есть, и знаки, но упирается дорожка в забор. Обходят ее практически по проезжей части. Молодая мама, жительница поселка Строителей Елена Чемоданова, часто гуляет с ребенком в этом районе. Здесь и остановка общественного транспорта, и больница, и школа. Только вот единственный поблизости переход ведет в тупик, просто упирается в ограждение. Выходить некуда. Дети утром в школу идут, машины едут, они даже не понимают, что здесь пешеходный переход. Хотелось бы, конечно, либо его перенесли, либо здесь как-то убрали, чтобы все это, разгородили это все. Потому что дети в основном здесь ходят, дорогу переходят. Итак, переходят проезжую часть здесь все жители. Другого места просто нет. Конечно, эту сторону надо. Хоть хочешь, не хочешь, перейдешь. Вопрос о переходе и безопасности задали жители поселка напрямую главе на сходе в центре досуга «Строитель». Но он заканчивается тем, что он упирается, во-первых, в газон и в забор. Мы просим вас помочь, потому что все дети идут к нам. Нам этот переход жизненно важен. Оборудовать его в соответствии со всеми стандартами. Глава ответил, что деньги на пешеходные переходы уже выделены из области. 20 миллионов рублей, ну, может быть, там плюс-минус несколько, 20-21 миллион рублей. Именно на оборудование пешеходных переходов в соответствии с действующими сегодня стандартами и ГОСТами. Начальник отдела транспортного и дорожного обслуживания позже пояснила нам, что именно подразумевается под переоборудованием переходов и что изменится у школы номер 20. Да, на поселке Строителей в этом году планируется данный пешеходный переход перенести восточнее, то есть ниже, обустроить его между 2 автобусными остановками, устроить там вновь асфальтированные пешеходные подходы, установить знаки на желто-зеленом флуоресцентном фоне, там частично они уже стоят, установить искусственную неровность и установить светофор Т7, то есть это желтый мигающий сигнал. Так как данный пешеходный переход находится вблизи общеобразовательного учреждения, это наша школа. Кроме того, переобустроят все пешеходные переходы, которые расположены у общеобразовательных учреждений, уже этим летом. Областных средств хватит на 37 переходов в разных частях города. Ирина Горностаева, Марьяна Развеева, Юрий Карпов, Андрей Назарук, ОТВ. Мертвую женщину обнаружили вмерзшей в лед озеро Кундравинское. Доставать тело помогали миасские спасатели. Оказалось, что погибшую спас отряд искал с осени прошлого года. В происшествии сейчас разбираются следователи. К миасским спасателям обратились сотрудники полиции, которые обнаружили на озере Кундравинское тело женщины, вмерзшее в лед. Чтобы добраться до тела и извлечь его, спасатели воспользовались специальным инструментом. При помощи шансового инструмента выдолбили изо льда, достали, транспортировали до берега и передали сотрудникам полиции. Оказалось, что это женщина, которая пропала на озере Кундравинском еще осенью 2017 года. Осенью прошлого года, по словам спасателей, они искали эту женщину на берегу озера Кундравинское, но поиск не дал результатов. В обстоятельствах происшествия сейчас разбираются следователи. Партия «Единая Россия» организовала широкое обсуждение актуальных вопросов, в том числе и социальных, не на федеральном уровне. Выйти на прямой диалог – такую цель поставили перед собой единороссы.
Прямой контакт с людьми, которые каждый день встречаются с определенными проблемами, правильная тактика. Именно так охарактеризовал сегодняшнюю встречу заместитель секретаря Челябинского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Журавлев. И добавил, именно люди формируют те решения, которые необходимо принимать в первую очередь. Тема у нас серьезная, тема у нас две. Это прежде всего обновление партии, решение тех вопросов, чтобы партия перешла от партии власти к партии путинского большинства. То есть мы говорим о том, чтобы мы выражали интересы не только членов партии, сторонников партии, но более широких масс населения, которые сегодня поддерживают нашего президента Владимира Владимировича Путина. И второе, конечно, сегодня состоялось очень серьезное, я бы сказал, даже амбициозное послание нашего президента, который рассчитывает на то, что партия поможет и поддержит в реализации этого послания. И, конечно, нам очень важно понять, какие есть проблемы, которые мешают сегодня реализации этого послания в каждом отдельно взятом городе, районе, муниципальном образовании. На встречу были приглашены представители муниципальных образований. Перед собравшимися поставили вопрос, что нужно сделать, чтобы партия стала тем местом, куда люди идут с желанием работать. Перед началом встречи поступило огромное количество предложений от экспертов и желающих выступить, но регламент не смог вместить всех. Впрочем, организаторы приняли все письменные предложения от участников. На основе предложений будет подготовлена резолюция. Узнать о том, как устроен мир, поможет изыскатель. Четвертый год в МИАСе проводится конкурс научных работ среди дошколят и учеников начальных классов. Из чего сделан камень и откуда берутся лужи? На эти вопросы дети отвечают сами, проделывая настоящие эксперименты. Я желаю вам в этом конкурсе не только победы, потому что понятно, что победа всегда приятная вещь, но и самое главное, чтобы вы получили удовольствие от той первой научной работы, которую вы делаете. И делаете вы это в стенах МИАСского филиала ЧЛГУ, в стенах классического университета, первого классического университета на Южном Урале. Я желаю вам успехов, ребята! Недавно мы ходили на прогулку. На улице таял снег. Катя Зубрилина и Маша Леонова представляют свой проект, в котором рассказывают о том, как образуются лужи. Проведя научные изыскания под руководством родителей и педагогов, девочки объяснили, откуда берется вода в углублениях на земле и почему исчезает со временем. Через некоторое время все впиталось. Благодаря самостоятельной работе дети смогли без лишних вопросов и на собственном опыте ответить на интересующие их вопросы. Готовились мы 2 недели и подготовили представление с фокусами. Родители поддерживают интерес детей и всячески им помогают, а участие в сегодняшнем конкурсе оказалось отличным поводом продемонстрировать полученные знания. Это и расширение кругозора, это и постановка речи, и умение работать в дуэте. То есть для нас это является приоритетным. Похожие эксперименты проводят и педагоги детских садов и школ. Если приглядеться, то можно сразу выделить тех детей, кому такая научная деятельность интересна. Возникает множество встречных вопросов. С такими детьми учителя стараются работать индивидуально. Мы с ними проводим вообще в группе в целом. Но вот самые заинтересованные, мы с ними продолжаем углубленно заниматься по этой теме. Вот в данный момент у меня 2 девочки. Они заинтересовались этой темой. И мы продолжили работу уже вместе с ними. Сегодня малыши участвуют в конкурсе проектов и научных работ «Изыскатель». В МИАСе он проводится уже в 4-й раз. В этом году небывалый наплыв – 476 детей. Сегодня свои работы представляют дошколята. Всего 2 этапа – проверка работы на уникальность и плагиат, и презентация проекта. Оценивается все – проработка темы, заинтересованность, обоснованные выводы. Все как у взрослых. В отличие от прошлых лет, в этом году конкурс проводится по нескольким номинациям. Если ребенок стеснительный, он может участвовать вместе с родителями. Работая в команде, малыши чувствуют себя уверенно и добиваются результата. Мы видим интерес детей, мы видим реально продвижение детей в этом направлении, и видим, и мы очень гордимся, что вот в номинации «Умники и умницы» наши все больше детей могут участвовать в этом конкурсе. Уже 2-й год организаторы отмечают интерес к конкурсу среди иногородних. В этом году откликнулся Златоуст, Садка, Трехгорный, Озерск. А в заочном этапе участвуют уже регионы – Екатеринбург, Пермь, Новосибирск. Возраст участников от 5 до 12 лет. Организатором конкурса выступает Центр развития и здоровья «Логика», город МИАС.
Мы очень рады и нам очень приятно, что Миасское предприятие «Логика» было, являлось одним из организаторов и, скажем так, провело такое замечательное мероприятие, как конкурс проектов «Изыскатель». Это приятно и нашему городу, полезно нашим детям и всей Челябинской области. Поэтому хотелось бы поздравить всех детей, принимающих в этом мероприятии участие, всех родителей и, самое главное, их педагогов и организаторов, за что им большое спасибо. Евгений Степовик отметил, если организаторы продолжат развивать конкурс, то органы власти, безусловно, поддержат его. Валентин Ефимов, Юрий Карпов, ОТВ МИАС. А сейчас разыгрываем билеты на концерт казачьих хоров. Их можно получить двумя способами. Первый – прямо сейчас позвонить по телефону, указанному на экране, и сказать «хочу на концерт». И второй – вступить в нашу группу ВКонтакте и телевидение МИАСа и сделать репост закрепленной записи. Ну а у меня на сегодня все. Наши сюжеты доступны на сайте 1obol.ru, а также в группе ВКонтакте «Телевидение МИАСа». Предложить свою тему для сюжета можно по телефону 25 00 55. Спасибо, что были с нами.